қаратаның суына мынаяқтан қып қызыл су ағып келіп жатыр. Қарандар лайлап жатыр. Мынаяқтан бір бірінен қып қызыл су. Хамба мал сойған. Река Кошкарата окрасилась в красный цвет. Очевидец, который снял багряную реку на видео, предполагает, что в нее, чтобы сэкономить на утилизации, слили кровь забитого скота. А чуть дальше дети купаются. Такой цвет воды даже канализация городская не принимает. Это забой скота, им ее девать некуда, вот и сливают в реку. Люди туда ходят умываться и воду пьют. Ужас. Видеозапись была сделана 31 марта. Сегодня экологи взяли пробы воды. Правда, к их приезду крови в реке уже не было. Результаты экспертизы будут готовы в течение 5 рабочих дней. Эксперты говорят, если в воду действительно сбросили кровь, это может отразиться на экосистеме водной артерии. Мы взяли пробы воды вниз и вверх по течению. Анализы будут готовы в течение 5 дней. Здесь своя экосистема. Водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну. В управлении развития комфортной городской среды говорят, сбрасывать в реку что-либо запрещено и планируют подать заявление в полицию. Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать. Нарушителя могут привлечь к ответственности по 2 статьям административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям. Нужно ответственно относиться к окружающей среде. Вне зависимости от того, что сбросили в реку, кровь или иную жидкость красного цвета, нарушителей ждет штраф. Анастасия Новикова, Абзал Туровеков, информационная служба телекомпании «Утрар».